Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Фестиваль посвящен моему отцу Лесникову Николаю Тихоновичу. Это первый открытый городской фестиваль в нашем крае. И, как бы, наверное, идея это продолжать его дело, может быть, как-то увековечить в памяти забайкальцев его как основателя данного направления в нашем городе. Каждый коллектив представил от 2 до 11 номеров. Фестиваль проходил в 3 номинациях. Это европейская программа, латиноамериканская программа, танцы современных ритмов. И также в возрастных категориях «Дети 1». Все эти номинации были присвоены «Дети 2», «Юниоры 1», «Молодежь взрослые». И смешанный состав, когда в одном номере могут принимать участие дети от 5 до 20 лет. Николай Тихонович приехал в Читу в 1975 году, и здесь тогда бальные танцы вела Патрина Евдокия Гавриловна. К сожалению, она потом уехала в Хабаровский край, и больше ничего не было. У Николая Тихоновича была народная студия «Даурия», и мы, все руководители, более зрелые руководители клубов, которые сейчас есть, это его ученики. И заслуга Николая Тихоновича, что он после себя оставил наследие. И мы, как искры от костра, разлетелись и дали свои огоньки, дали свои студии этому городу, нашему краю. А сейчас еще больше, уже можно сказать, танцевальные внуки Николая Тихоновича, они тоже открыли свои клубы. Таким образом, танец стал явлением. Бальный танец, это теперь спортивный танец, стал явлением в Забайкальском крае.